before we start working and go further with you, that first we need to have, before we start preparing a ski, we need to have a good ski. Конечно, нужно понимать, что перед тем, как мы начали готовить лыжи к соревнованиям, нужно иметь хорошую пару лыж. And this ski has to be measured to suit each and every individual person. И эти лыжи должны индивидуально подбираться под каждого спортсмена, соответствовать его весовым и ростовым характеристикам. On every ski, it comes now from the company, Fischer and other companies with stone need to have a bit finer structure. Более грубая структура наносится на классические лыжи, это связано с тем, что классическая лыжня обычно все-таки более плотная, чем коньковая. И особенно при скольжении в подъем, в коньковом ходе более крупная структура может повышать это чувство снега, чувство свободного скольжения. And you should pay attention to, for instance, by skating in uphill, if you have the two core structure, you will not have that good feeling in with your skis. Георгий еще раз говорит, что если несколько грубоватая структура на лыжах, то при скольжении коньковым ходом в подъем можно чувствовать некоторое торможение. If you want to adjust the structure coming from the company or what you have done eventually from a sport shop, you can also adjust this manual structure tool, adjust the structure with manual structure tools, but this has to be done after the glide waxing procedures. В последнее время все больше популярность приобретают ручные накатки, которые позволяют подготовить данную конкретную пару для данных погодных условий. Но необходимо соблюдать самое главное правило, учитывать, что накатки наносят только после завершения нанесения мази скольжения и порошков, когда полностью лыжи уже готовы. And from Swix we have different structure tools. We have this type what we show here. This is the World Cup tool, pretty expensive tool. У компании Swix есть несколько накаток, вот более профессиональный 405, который используется специалистами Кубка мира с различными вариантами. We have a type of screw structure. Есть также накатки, которые позволяют наносить винтовую структуру. And we have also a bit cheaper but very very good iron to use, which you can have different structure patterns. И более доступная любительская накатка, на самом деле, наверное, она более любительская, потому что предыдущие накатки они металлические, накатка пластиковая. If you have, eventually have this. The older, also as you know, we are changing a bit here. We're coming with ball bearings that makes it much easier to use. В этом году эта накатка 403 потерпела небольшие изменения. На роликах установлены подшипники, и благодаря этому ей пользоваться стало легче. And the last tool we have, this is the first tool what we had at Swix. This is also very, very much used, but done in when it's really wet condition. И также 401 накатка, которая появилась самая первая в линейке Swix, но она используется в основном в самую теплую сырую погоду, так как наносит крупный рисунок. And this is then used together with this one, or in all your booklets here, you have a chart here, which type of structure you can use with a different tool, when it's cold, when it's medium cold, and when it's warm. И вот в этих буклетах по профессиональной обработке у вас также есть эта таблица,
которое написано, в каких погодных условиях необходимо использовать какие ножи, если у вас есть, да, или, наверное, как усилия, чтобы ее восстановили. Порошок, который хорошо работает при достаточно низкой температуре, от минус 3 до минус 30 градусов, но при этом также низкая относительная влажность. Наносится один раз, температура утюга 160 градусов. Было достаточно сложно будет наверное воспроизвести этот порошок, потому что требуется закупить единовременно большое количество исходного материала. И возможно, как бы этот проект будет действовать пару лет, пока вот ту партию мы не продадим. И не знаю, возможно ли будет еще раз добиться от них этого. Так что пользоваться случаем, да, не спать. И теплая десятка, которая хорошо работает на очень влажную среду, наносится один раз при температуре утюга 160 градусов. На этой таблице, которая также есть в ваших буклетах. If, for instance, we can take the FC7, this has the best performance from cold and to around -4, -5 degrees, and after that it doesn't function so good. Okay. High technology. На этой диаграмме вы можете увидеть, она присутствует, как я сказал, уже у вас в буклетах, в каких погодных условиях тот или иной порошок работает лучше всего. And if you take the FC10X, functions very good when it is higher temperature, also zero and plus, does not function good at all when it is colder. Например, теплый порошок очень хорошо работает при температуре выше 0 градусов, но в то же время нет смысла накладывать его в холодную погоду. And this you also have in the booklets, but you have got. И также у Свикса представлена линия ускорителей CRF Turbo, которые часто используются для коротких гонок, для юниорских стартов. Три варианта. FC7 для трансформированного искусственного снега от 0 до минус 20 градусов, FC8 для мелкозернистого снега от плюс 4 до минус 4, и FC10X для очень влажного снега от 0 градусов теплее. Также очень часто задают вопросы, есть ли отличие от порошков, чем отличается ли содержание фтора в порошках и ускорителях. Вот CXC заявляет, что это одно и то же, лишь несколько изменена с формула кристаллов для того, чтобы облечь это твердую форму. То есть смело можно использовать только один ускоритель, если не такая длинная дистанция, но чрезвычайно важно наносить достаточный слой ускорителя, опять же, чтобы не пережечь скользящую поверхность. Также в линейке Свикса представлены две эмульсии, FC8 для использования при температуре от плюс 4 до минус 4 градусов и теплая эмульсия 10 для очень мокрого снега от плюс 2 до плюс 20 градусов. И хотелось бы обратить ваше внимание на спрей «Ракета», который хорошо работает на трансформированном и мелкозернистом снегу от плюс 4 до минус 4 градусов. Также представители сказали, что на падающий свежий снег спрей работает не очень хорошо. То есть если снег чуть полежал, то уже можно использовать. Наносится как поверх высокопористых мази скольжения, так и поверх порошков. When it comes to the Sera Nova waxes, we always recommend to use the fluor waxes when you are working with Sera F on top of it. Either you are using the HF or LF because the bonding between the base and the powder is much better when you are using the fluor waxes. Хотелось бы обратить ваше внимание, естественно, в наших условиях всегда хочется сэкономить,
Но ситуация такая, что если вы кладете продукцию CH как основу для CRF, не происходит соединения молекул, и в принципе это выброшенные деньги. То есть для использования под порошок обязательно нужно использовать втористые мази скольжения, либо со средним, либо с высоким содержанием фтора, в зависимости от ваших возможностей. Но нанесение порошков поверх углеродных парафинов абсолютно бессмысленно, потому что не происходит проникание фтора из порошка в скользящую поверхность, они не соединяются друг с другом. Также хотелось бы несколько слов сказать о новом парафине Marathon Wax, который появился в этом году в клинике SWIX. Если верить сервисерам, они говорят, что три золотые медали Петра Нортуга в Ванкувере, на Олимпийских играх, перед этим на чемпионате мира в Либерице и на одном из этапов Кубка мира в Полминхольне на марафоне было замаевано на этой смазке. Это смазка черная с добавлением молибдена. Она хорошо работает на длинных дистанциях, не собирает грязь. Но опять же при откатывании необходимо учитывать, что она начинает показывать свои результаты только показывать свое преимущество по сравнению с другими смазками после 15-20 километра. Поэтому иногда может быть нет, но если вы едете 50, то в принципе 15-20 имеет значение. Но тут не на голову больше. Окей? Видимо, да, что у него тогда еще не было. А? Then it is time for this guy to work, and he will then show you now how SWIX is doing with the first treatment of a new or a newly grown ski. Рекомендации SWIX по обработке новых лыж или лыж после машинной обработки. If you are doing this in a proper manner, you will have a good ski when it comes to the different races. Личная обработка необходима для создания основы, чтобы в дальнейшем добиться наилучших результатов при нанесении мази скольжения непосредственно перед гонкой. We were also talking about different structures in the beginning, and you should pay a bit more attention to working with cold snow skis compared with the warm snow skis, because a cold snow structure has normally more micro hairs in the base. Необходимо учитывать, что холодные лыжи требуют больше обработки, потому что на их поверхности при нанесении вот холодной структуры появляется больше микрофильмов. And Morten, now